Мобильный пункт отбора напротив Лиры работал с утра до 6 вечера. Сотрудники военкомата на месте проводят детальные консультации. Здесь же можно сразу заключить контракт с Минобороны. При заключении контракта выплачивается федеральная выплата 195 тысяч рублей и губернаторская выплата от города 100 тысяч рублей. Льготы предназначены для детей, то есть для каждого института есть определенный процент у нас выделения мест бюджетных. То есть они берут справку, то, что папа их действительно ушел на контракт, является участником СВО, и дети поступают. Раньше было только военные, скажем, университеты, а сейчас можно и военные, и в гражданские университеты. Кроме того, в Курске для участников СВО действует еще одна льгота – бесплатные парковочные места. А еще для ветеранов специальной военной операции предусмотрена скидка в 50% на оплату коммунальных услуг, при условии, что квартира оформлена на него. Получить дополнительную информацию можно в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу город Курск, улица Союзная, дом 35, или по номеру телефона 34 09 46.